Где искать схему для калаша? Первый полигон. Вот вы пропрыгали, добрались до этой чертовой двери. Вот так вот это. И вам нужно вот сюда. Поднимаемся, открываем этот ящик. Вот он. Вот она, рыба моей мечты. Вот схема калаша. Все просто. Главное, знаете что? Главное не забыть вот сюда сразу зайти. Потому что если вы подниметесь на лифте, потом вспомните, что вы что-то там где-то не сделали, это, во-первых, игра может вылететь. Во-вторых, до хера возвращаться. Не будьте такими, как я. Итак, вы получили схему калаша. Ну, думаю, собрать его просто. Недостаточно ресурсов. Если у вас недостаточно ресурсов, все просто. Заходите в склады разбор, смотрите, что можно по химии разобрать. Химия это у нас обычно всякие препараты. Вот можно разобрать, смотрите, к примеру, вот это вот. Водка. Водка тоже очень хорошо как бы на ресурсы. Но я бы посоветовал одну капсулу с адреналином, к примеру, да? Водка тоже две дает. Давайте адреналин разберем. И водку. Потому что для прокачки потребуется что? Химия. Химия у нас во всяких живых существах. Поэтому по возможности давайте им превращаться во всяких зомбаков, потому что химия с них хорошо выпадает. Так, получилось у нас вот такое, да? Создание. Создаем калаш. Быстрее там! Давай наш калаш. Во! Вот такой, синей изолентой. Так что я вас тоже с этим поздравляю. Калаш у нас есть. Ну и у вас тоже есть.